Где наблюдатели? Есть наблюдатели на участке 2501? Подойдите, пожалуйста. Нарушение уголовным кодексом наказуемое. Обратите внимание, председатель комиссии заполняет избирательные бюллетени. Все зафиксировано на видеокамеру. Сейчас я лично напишу жалобу в прокуратуру. Вы все сейчас были свидетелями уголовного преступления, которое совершил председатель комиссии. На прошлых выборах я одной своей знакомой предложил такую технологию, как проверить, правильно ли избирательная комиссия подсчитывает голоса. Она пришла на участок, взяла свой бюллетень и перечеркнула его в кабине и бросила в урну. Но так как она была наблюдателем на этом же участке, она дождалась того момента, когда начался подсчет голосов. И она была страшно поражена, когда в урне этого бюллетеня перечеркнутого ей не оказалось. Ни в урне за, ни против. Этот момент снимала голландское телевидение, которое она пригласила. И потом, когда ЕС принимал решение о легитимизации выборов 2010 года, это продемонстрировали, это было чуть ли не основополагающим фактором, чтобы не признать выборы в нашей стране честными и состоявшимися. Каждый человек в своей жизни должен сделать 4 дела. Посадить дерево, построить дом, воспитать сына и сменить правительство. Для того, чтобы посадить дерево, нужна лопата и саженец. Для того, чтобы построить дом, нужно желание. Для того, чтобы воспитать ребенка, нужна жизнь. Для того, чтобы сменить правительство, нужна честность. Стране нужна ваша честность сегодня. Идите на выборы, наблюдайте за ними. Ну, как-то так.